Череповце открывается новая современная школа номер 23. Центр образования имени Ивана Андреевича Милютина. Я долго в садике была, и почему-то хочется в школу. Эмоции самые положительные. Школа рядом, нам очень удобно добираться сюда. Красота вообще. Настроение отличное, идем в новую школу. Вот. Ты хочешь новую школу? Да, очень интересно все посмотреть, походить. Сегодня исторический день для нашего города, для Череповца. Потому что здесь открывается самая современная школа нашей Вологодщины. Школа третьего тысячелетия. Современная, цифровая. Это не только школа, это научный, образовательный, культурный центр, равным которого по своим возможностям Вологодская область еще не строила. И я очень рад, что в этом новом здании будет все самое современное оборудование. Здесь лаборатории химии, физики, биологии. Здесь цифровые системы связи. Здесь актовый зал, спортивные залы, стадионы. Это школа, которая откроет новые стандарты образования и в Вологодской области, и в Российской Федерации. Это не просто здание, это не просто учреждение. Это символ позитивных изменений, которые происходят на территории Вологодской области, в городе Череповце. Я вас искренне поздравляю с новым учебным годом. Воли, упорства, трудолюбия, и все у нас получится, и все у нас будет хорошо. С праздником, череповчане! Школа номер 23, Центр образования имени Ивана Андреевича Милютина, открыта! Помашите гостям рукой, им будет приятно. Посмотрите, милые дети, назад, на стульчик. У вас у каждого там висит волшебный мешочек. Возьмите его, посмотрите, что там у вас в мешочке. Не случайно мы получили название имени Ивана Андреевича Милютина, и это название находит свое отражение и в оформлении школы, и будет в рамках учебно-воспитательного процесса обязательно использоваться. Если говорить о современных технологиях, то школа, конечно, ими, можно сказать, напичкана. Да? То есть каждый кабинет – это, по сути дела, современная лаборатория, в которой есть все современные мультимедийные интерактивные средства, и не только педагоги, но и ребята сами смогут с ними взаимодействовать и работать. Это действительно то, к чему мы стремились очень долгие годы. То есть для того, чтобы эти стандарты реализовать, нужно создать условия. Мы эти условия создали. Это самое главное. Сейчас вместе с командой педагогов мы будем реализовывать наши новые программы на благо наших детей. Очень благодарны за то, что у нас есть возможность учиться в такой замечательной, суперсовременной, оснащенной школе. Мы надеемся, что мы покажем хорошие ребята, да, результаты, да, ребята? Будем учиться на пятерке, что пригодится нашему городу.